Астропрогноз на 26 июля. Овен. Судьба в скором времени вознаградит вас за старания. Главное не опускать руки. Телец. Вы заслужили долгожданный отдых. Посвятите день себе любимому и спланируйте отпуск. Близнецы. Сегодня придется решать бытовые вопросы. Есть шанс встретить вторую половинку. Рак. Вы так много работаете, что не оставляете времени для отдыха. Соблюдайте режим питания и сна. Лев. Сегодня вас будут переполнять эмоции. Избегайте конфликтов с коллегами и соседями. Дева. Гороскоп советует девам быть более бдительными. Удачно сложится загородная поездка. Весы. На работе следует проявлять больше ответственности и упорства. Возможно, хорошая финансовая прибыль. Скорпион. Сегодня вам будет под силу покорить любую вершину. Действуйте размеренно и не торопите события. Стрелец. Гороскоп советует стрельцу заняться сменой имиджа. По отношению к родным проявите лояльность. Козерог. Есть шанс подняться по карьерной лестнице. Чаще прислушивайтесь к своему внутреннему голосу. Водолей. От близких родственников ожидайте приятных новостей. Физические нагрузки вам не помешают. Рыбы. Не отказывайте в помощи тем, кто в ней нуждается. Вечером можно устроить романтическое свидание.